Самым любимым существом композитора Дебюсси была его маленькая дочь. Он называл ее ласково Шушу. Маменька, хорош, выходи скорей. Опля. Она очень скучала, когда ее отца не бывало дома, и, играя, часто представляла Арлекина своим папой. Алле, оп! Ой, как странно. Мы же где-то с вами встречались. Определенно. Я вас видел сегодня за завтраком. Давайте уже играть. Вы не забыли свою роль? О, дочь моя! Как могу я это забыть? Что вы делаете? Оп! Дорогая моя Шушу, посмотри, какая чудесная чашка. Когда я был маленький, твой дедушка продавал фарфор. Я мог часами смотреть на узоры, и эти узоры танцевали свои собственные танцы под воображаемую мною музыку. Только мы с тобой знаем. Оживают не только предметы, но и рисунки и орнаменты. О, моя дорогая Шушу, меня обвиняли, что моя музыка шумит. Ведь это же звуки настоящей жизни. Ой-ой-ой! Чего себе! Увы, мой отец разорился и потерял свою лавочку. Как жалко! Но я на всю жизнь сохранил любовь к маленьким красивым вещицам. Ой-ой-ой! Бабочки – моя детская страсть. Только природа могла сотворить эти чудеса цвета. Шушу, послушай, дорогая. Музыка – это часть мира. Другая часть его – поэзия. А еще одна часть – живопись. Я чуть было не стал художником. Но музыка звучала во мне. И я понял, что для меня музыка важнее. Блажен лишь тот, чья мысль окрылена зарею, свободной птицей стремится в небеса, кто внял цветов и трав немые голоса, чей дух возносится высоко над землей. Бедный Перо, он все время грустит. О, моя дорогая, я впервые вижу нечто более приятное, чем музыка. Рекомендую. Мой друг Эрик Сати. Вернее, Перо. Он пока не знает, что он великий композитор. Это слишком.
Я просто музыкантишка из кабачка. Но я подыграю дипломированному композитору. Что мы сыграем для мадемуазель Шушу? А что любят пятилетние девочки больше кукол? Больше кукол они любят танцы. Дамы приглашают кавалеров. А знаете ли вы, Шушу, что такое римская премия? Вот за это молодой студент консерватории Клод Дюбюсси получил римскую премию. 3 года жизни в Риме. Жизнь в Риме. Разве это жизнь? Шестером в одной комнате. Да еще нужно было написать классическое произведение, не похожее на Вагнера, которого я ненавидел, и на Мусоргского, которого я любил. Я боролся с ними обоими в себе, особенно с Мусоргским, который, как я, был похож на дикаря, слышащего все звуки природы. Простудился. Я простудился. Хоть в России был он, а не я. Ну, я очень впечатлительный. В общем, он сбежал. Из России? Нет. Из России его выгнали за любовь. О, моя Коломбина! Ну почему моя жизнь трагедия? Ну и из Рима он тоже сбежал. И стал писать свою оперу. И не только. Я стал посещать собрания молодых писателей, музыкантов, художников. Я искал свой путь в музыке. Свой таинственный и волшебный стиль? Пускай так. Нас называют импрессионистами за то, что мы хотели бы передать свои ощущения, которые возникают при любовании красотой природы, неба, леса, моря. Чувствуете сейчас? Я вижу огромный красивый лес, летний зной. А на скале дремлет бог полей и лесов Фавн. Давайте поскорее. Представление уже начинается. Мадемуазель Шушу, вам нравится эта музыка? Очень нравится. А почему? Потому что ее написал мой папа. Я не могу забыть премьеру в Париже. Этот сумасшедший русский хореограф Нижинский создал такой балет, после которого в зале стояла гробовая тишина. Зато потом публика как с цепи сорвалась.
В зале свистели, кричали, топали, аплодировали. Пришлось поднять занавес и повторить представление с самого начала. Тише. Дебюсси известен в истории мировой культуры как ярчайший представитель импрессионизма в музыке. Подданным Российской империи, умер во Франции. Шопен. Осенью 1838 года Шопен отправился на Майорку вместе с писательницей Жорж Санд и ее детьми. Делал, когда был таким, как я. Я уже играл свою музыку перед публикой. И знаменитая певица Каталани подарила мне золотые часы. Фредерику Шопену 10 лет. А что ты делал, когда тебе было 16? Радовался жизни. Шопен мог бы играть на свадьбах. Тен Шопен мог бы зарабатывать на жидовских веселах. Что ж вим зробить? Скон где взять? Усеренный, подобно вырос, наш варшавянин, души как пес. Ты учился в главной музыкальной школе и слушал в университете лекции по композиции профессора Эльснера. Проводил время с друзьями и в первый раз поехал за границу, в Вену. Я страшно волновался, а мои друзья расположились в разных концах зала, чтобы слушать мнение и критику. Все отзывы были положительные. Только одна дама сказала: «Жаль, что у юноши такая плохая осанка». Зато шум сказал: «Шапки долой, господа, перед вами гений».
Почему-то я вспомнил о доме. Найукоганщий родится. Пишу вам только пару слов, чтобы еще видели, что я здоров, что ваш лист достал. Так зачем же? Ты тогда уехал. Я хотел увидеть и услышать мир. Здесь земля Польши. Возьми. Я уезжал ненадолго, а оказалось, навсегда. В Варшаве началось восстание. Мои друзья на поле брани за свободу. А я только мечу грома на фортепиано. Проклинаю день отъезда. Почему я не с ними? Как ни странно, в Париже я вошел в высшее общество. Сидел между князьями, посланниками, министрами. Сам не знаю, каким чудом, ведь я к этому вообще не стремился. Я еще глупее, чем есть, мог бы вообразить себя на вершине карьеры. И в Париже ты встретил нашу Жорж? Да, и она мне сначала очень не понравилась. А теперь? А теперь мы здесь. Ну, погода на Майорке ухудшилась. Здоровье Шопена тоже. Себя для вас и вас для себя. Я согласна, но что скажут мои родители? Мария, мое несбывшееся счастье. Уже неделю ничего не пишу. Ни для людей, ни для Бога. У меня есть поместье. Нуан, вам там будет хорошо. Нуан, там можно было отгородиться от всего мира и болтать с фортепиано. Всегда было много гостей. Музыканты, певицы, литераторы, художники. И такая семейная атмосфера. Шопен? Просто ужас.
Найдешь родителей? Дорогие родители, если одной ногой я всегда у вас, там. А другую ногу в покое. А другой в комнате рядом, где работает хозяйка. Так прошло 7 лет между Нуаном и Парижем. И довольно. Больше в Нуане он не бывал. Больше я там никогда не был. Я один. 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 Ноктюрн, балладу и полонез можно отдать по 300 франков. А фантазию только за 500. Этюды оставлю по 300. И еще уроки. Сначала придет молодая Ротшильдова, потом одна Марселька, потом англичанка, потом шведка, а потом целая семья из Нового Орлеана. Куда искусство мое подевалось? Сердце мое где истратил? Едва помню, как на родине поют.